Начинается очередной матч сегодняшнего игрового дня. Встреча команд Мед Лайф и за рубеж нет. И те, и другие сегодня уже провели по нескольку игр. У «Зарубеж нефти» ничья с «Инлайн Групп». У «Медлайф» 2-7 поражения от «Комус» и 1-3 поражения от Московского кредитного банка. «Зарубеж нефть» продолжает идти на первом месте во втором дивизионе. У «Медлайф» задача выиграть сейчас. Стараться еще набрать очки в следующей игре против Сбербанк страхования. И тогда может претендовать на бронзовые медали во втором дивизионе. Нет, да, все-таки пересек полностью линию поля. Невысокий темп пока в игре. Если «Зарубеж нефть» выиграет сейчас, то «Нардел» уже не сможет их с первого места потеснить. Так что эта игра может для «Зарубеж нефти» стать золотой. Если не станет, то потом еще будет матч в запасе против «Сбербанка страхования». «Зарубеж нефть» в атаке. Удар в Лунина попадает. Все-таки поактивнее нужно возвращаться в «Зарубеж нефть» на свою половину после потери мяча. Сейчас повезло, отбились. Но в следующий раз может уже так не протянуть. «Медлайф» забивает неожиданно для «Зарубеж нефти». Вот как раз то, о чем я говорил. Слишком «Зарубеж нефть» расслабилась. Корнев. Нужно вводить мяч по сигналу. Вот и сигнал. Свисток. Что может быть лучше сигнала? Удар от ворот. Здесь уже не будет выхода один на один. Вот два против четырех защитников вполне. И «Зарубеж нефть» сравнивает счет. Собственно, не очень много времени «Зарубеж нефти» на это потребовалось.
Очередной опасный момент нефтяников. Они продолжают играть первым номером и смотрится все так же неплохо, но главное не забывать прорабатывать у своих ворот. Удары издали, почти из центрального круга. Смена у MetLife. Особо не разгуляться с такой скамейкой запасных, но точные замены провести можно. Меньше 3 минут остается до перерыва между таймами. Даже такие редкие моменты, а так все равно вызывают аплодисменты скамейки MetLife. Ну, в силу того, что они редкие, надо же чему-то радоваться. Вот, например, такому удару в корню. К слову, с таких ударов он забил довольно много. Так что было сейчас действительно опасно. Большой толчок в спину был. Последняя минута первого тайма. Желтая карточка игроку сейчас. Не дождался сигнала. Но он уже будет вводить его с линии. Время остается только на удар. Удар случился, и при равном счете команды уйдут на перерыв.
второй тайм. Первая 10 минутка. Не выявила лидера у нас. Пока счет ничейный 1-1. Но есть такое ощущение, что еще забитые мячи должны быть. Зарубежнефть играет первым номером. Больше моментов создает, больше атакует. Но Медлайф в этом сезоне поставил себе хороший игру от обороны. Действует строго на контратаках. Ошибается команда нечасто. И при игре в 5 полевых, когда команда отходит своим воротам, забить ей очень и очень непросто. Здесь можно отбиваться не умением, а количеством. Это вполне обычно хватает. Штрафной у Зарубежнефти. Третье нарушение у Медлайф. Мяч попал в стенку угловой. Удар, и могло показаться, что было настолько сильное, что мяч порвал сетку и вылетел из нее, но нет. Питер на это все реагирует очень внимательно. Просто мяч прошел в притирку со штангой. Так что счет остается без изменений. Мяч введен вот таким образом, что опорная нога оказалась в площадке, поэтому достался на Зарубежнефти. Заброс на Корнева. Просто ближнему делал передачу, далее расстрел почти в ворота угловой Медлайфа. Стол начинает в атаке заигрываться за Зарубежнефть. Первый мяч они пропустили как раз после такого момента. Большой выбор сейчас, как развивать атаку. Ну, наверное, принято самое неудачное решение из возможных. Корнев хорошо перевел мяч.
как раз туда, где должен был находиться партнер. Он, собственно, и успел туда прийти. Что сейчас было, я сам не помню. Остается только догадываться. Скорее, не так часто забираем мяч с игры, потом пускают его на паркет и решаются нанести удар. Мимо всех сейчас мяч просвистит. Играет за рубеж Нев через вратаря. Последнюю долю секунды делает пас. Турнев сзади налетел. Четвертый фол Метлайфа. Удары снова мимо цели. Надо уже за рубеж нефти попадать в ворота, хотя бы в створ. Последние 3 минуты. Первый навес классный, второй получился неудачным. Атака смотрелась голевой. На скамейках запасных команд по 2 человека. Поэтому здесь нету ни у кого преимущества скамейки и запаса физики свежих игроков. Концовка нас, видимо, ожидает тоже очень равная. Теперь пробуй. Пробуй. Мяч летел четко на голову. Пол и штрафной в опасной близости от ворот. 5-й фол у Метлайф. Время остановлено как раз за минуту. Стоп, тайм-аут. Штрафной увидим чуть позже. Итак, ровно минута до конца матча. Смотрим штрафную из рубеж нефти.
неправильно разыграно. Четвертый номер не должен был смещаться на фланг, куда планировалось сделать передачу. Потому что получилось, что он просто лишнего игрока туда привел. Нужно было наоборот его игроков оттуда уводить. А шестой фол и 10-метровый штрафной удар. Десятиметровый не реализован, сейчас досталось еще вратарю Метлайфа. Ушел на скамейку запасных для того, чтобы привести себя в чувство. И сейчас первое нарушение правил Зарубежнефти. Продолжаем игру. Разыгранные все, по-моему, уже футболисты Зарубежнефти в этой атаке поучаствовали. Вводит аут Метлайф. Ну что, последний шанс у Зарубежнефти есть. Нужно в этой атаке забивать. А вот эта передача была, как мне показалось, лишней. И даже добивание здесь не выходит. Ну, Метлайфу уже не хватит, наверное, времени на то, чтобы забить. Ну что ж, боевая ничья. 1-1. Забитые голы были. Интересные атаки были. Смотрели даже 10-метровый. И на этом все. Пора заканчивать. Не торопись, я снова сверхтрах.